Звание полковника. Работа в городе. Местный Ирина Фурдик. Сегодня она заняла первое место в соревнованиях Московской области до 19 лет. Ирине 16 лет. И сегодня она установила, превысила рекорды Татьяны Кашириной. Год назад Светлана Щербакова превысила рекорды Татьяны Кашириной. И мы увидели, что через год Светлана поехала на Олимпийские игры юниорские и заняла второе место. Вот какие твои впечатления, что ты видишь, как ты видишь свою дальнейшую спортивную жизнь, раз ты идешь по стопам такой известной спортсменки, как Татьяна Кашерина? У меня перспективы поехать на, отобраться сначала на Россию, на Россию, на мир, и на мире уже попасть в призы, там, третьих, пятых. А когда это будет? Это будет в апреле месяце. То есть уже скоро и идет полномерная подготовка. Да. Все лето готовится. Ну, какие впечатления от установленных рекордов? Есть какая-то эйфория, там радость? Ну, в рывке, да, радость есть, очень такое хорошее ощущение. А в толчке очень подвело мое самочувствие. На первом подходе мне очень стало плохо, сонную артерию передавило. И на второй подход я уже очень плохо уходила. И толкнула, не получилось. И я уточню, я не забыл сказать, ты установила рекорд в рывке, а в толчке была попытка, но неудачная попытка. Самочувствие, потому что, не знаю, очень как-то накинула на себя, наверное, первый подход. И все остальные подходы были как бы под плохим самочувствием. А когда ехала на соревнования, вы планировали, что подойдете именно к таким результатам? Да. То есть сознательно... Да, мы даже готовились на чуть большие результаты. В рывке шли, назад упало. А в толчке даже до рекорда не сумели зайти. Что способствовало таким результатам? Я узнаю, хотел давно взять интервью. Сколько ты вот в тяжелой атлетике? Полтора года. Всего полтора года. И вот я хотел поговорить с тобой на эту тему. Ты так вот прогрессируешь за счет чего? Очень хороший тренер, я скажу.
если бы, не знаю, мне кажется, с другим бы тренером у меня бы так не получилось. Мой тренер, Лёшка Рытько, он дает хорошую мотивацию, и за счет этого хочется заниматься. Плюс твое трудолюбие. Я знаю, как только ты пришла заниматься, ты тренировалась 2 раза в день летом, в летний сезон. И благодаря этим 3 месяцам ты потом выполнила норматив кандидата или мастера? Кандидата сначала. Да, кандидата в мастера спорта. Да, в 2013 году. И... То есть, получается, даже год не занималась, выполнила кандидата, а за год я выполнила мастера. И пришла заниматься в тяжелоатлетику во сколько лет? В 14. А другими видами спорта занималась? Да, легкая атлетика. Долго? Легкая атлетика и футболом. Много лет? Полтора года. То есть небольшая физическая подготовка, да, такая способствовала. Маленькая. Но все равно. Ну да, что-то такое есть. Мне кажется, еще как-то влияет наследственное. У меня дед такой был, силовой. Чем он занимался? Ну, он занимался борьбой и тяжелой атлетикой тоже чуть-чуть занимался. Ну, гены, значит, еще что-то дали. Что используете в подготовке? В тренировках какие-то особенные, может быть, упражнения? Нет, мы... Подход какой-то особенный, там, ну, восстановительные мероприятия? Не знаю, получается так, что у нас первые упражнения разминочные, второе мы классику делаем, и третье – тяга. И, может быть, за счет того, что вот мы много работаем на классику, делаем и технику, и силовые, и, может быть, это вот дает такой вот результат. То есть вы используете, вы обращаете внимание на все, и на технику, и на силовую подготовку. Плюс трудолюбие, да, твое. Да. Ты все время приходишь, проводишь на сборах, да? Ну не все время, конечно. На учебе это как-то отражается? Нет, на учебе мне очень, не знаю, очень легко дается учеба, поэтому мне все хорошо. То есть помимо успехов в спорте, у тебя неплохо успехи и в учебе? Да, хороший статус, бестроек. Не так, как некоторые рассуждают, что вот спортсмены, они все, ну, не глупые, а такие, некогда им... Заниматься? Да. Не знаю, мне так не кажется. Если человек хочет, то у него все получится. И в школе, и в спорте. Ну, успехов тебе. Спасибо. Спасибо.